Всем привет! С вами канал Стофити и я ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 9 декабря. Мы пришли порыбачить на реку Печора, на то же самое место. Вот, пришли раненько, буквально где-то часа полтора назад. Вот наловили мы. Сегодня у нас рыбачит. Это ваш Санечка и Хайкель. Поздоровайся. Калюня. Да, кстати, хочу сказать, сегодня же 9 декабря, и сегодня у нашего Калюни день рождения. Он стал на год мудрее. Вот он. На все. Год старее? Чего хорошего? Мудрее, я сказал. Я говорю, на год старее, блин. Неправильно ты говоришь. Ему исполнилось 16 лет. О, каких мы ловим, видите, да? Вот это сорога так сорога. Ну и, конечно же, его сын Саня. Сидим в нашей палатке Снегирь 4Т. О. Как вы видите, палатка очень сильно затемняет. Потому что на улице у нас вот так. Вот как. А здесь у нас вот так. И сегодня мы сидим, как говорится... О, что-то там идет хорошее у Калюньки. Давайте посмотрим. Наверное, сижок. Ну, сижок, давай, сижок. Давай, сижок. Вот она какая сороженая. Посмотрите. О, какая. Вот это сорога так сорога, да? Ловим также под нами 1,80 м. Прикормили. И ловим сегодня на опарыша и на манку. Вот у Хайкеля как раз клюнуло на манку. Да. Что-то Саня тащит. Тащун. Тащун такой, тащун. О, видите какая. Вот это вот рыбалка так рыбалка. Клевать начало совсем недавно, где-то минут от силы 40 назад. Сидим с Сашмелем. Не поверите. Взял сегодня газовую свою горелку и лоханулся, да. Баллон оказался не тот, оказался без резьбы, то есть под другую горелку. Но хорошо, наш именинник обнадежил, как говорится, и сказал, я взял шмель. А так бы сейчас бы сидели мерзли. На улице у нас сегодня минус 8, ветер западный 4 метра в секунду. Так, идет снежок, конечно. Ну, в общем, как говорится, сидим, отдыхаем. Чудненько, ребят, чудненько. Все, смотрим. Мы бы выпили, так как у Калюньки день рождения. Но за рулем. И на рыбалке мы это не приветствуем. За рулем тем более. Вот. Ну что ж, давайте посмотрим, как у нас клюет. Только в ленку не убеги. Клюет. О, какой я поймал, ребят. Вот такая вот у нас сорога. Вот она у нас. Какая. А кушки тоже клюет. Тоже радует. Но вот почему-то странно. А кушки как-то на блесну не хотят сегодня клевать. Только чисто на мормышку. Она уже пробовали, Калюнька и блесну вешал, и балансир вешал. Не клюет. Хакель, поставь свою. Давай. Сидит. У тебя что, маленькая же, нужно снять какую ты ловишь-то. Ого, маленькая. Сегодня это маленькая. И как говорится. Хорошая. Ого! Отцепился он еще. Смотрите, какой лопат, ребят. Я себя палец поймал. Хороший окунь. Да. Приятно сюда. Таких половить бы. Шмеля,
все равно это тебе за фло. Саня что-то тащит. Все, теперь окунь все не снимать будет. Так. Ты че на у тебя крупка-то летит? Ты руки-то натирай. Опа! На этот. На пару что взяла. А вон Коля. А Саня вот эту мышку, тут мышку побольше, удобнее вытаскивать. Ну смотри, это возьми. Знаешь? Нет, это. Если мормышки побольше, я говорю, удобнее. И леска зеленая, видно. Хаки, давай я налью. Что? Ну, чай. Грамм 200. Коньячку. Я думаю, что я буду брать только... А ты на какую будешь? О! Я найду на какую воду. О! Вот это уже маняша так маняша. Так, сейчас у нас там что-то... Что ушла? Да, я... Ковыренко. Новый интерактивный приемник М1 стал флагманом линейки премиальным интерактивного оборудования для абонентов спутникового телевидения «Телекарта». Он принимает спутниковый сигнал, дает возможность просмотра видеофайлов всех форматов, а также телеканалов и фильмового контента с помощью мобильного приложения «Телекарта онлайн». Ух ты, бля! Хорошая. «Телекарта»? На блесну! На блесну! На блесну! О! Наконец-то. Похожее на плохое слово, да? Буква М. Да. О, и Санька тоже. О, плавник даже попал. Ромир, шей-то есть чего? Нет, только сорога с полкилограмма и все. Ну вот один верш вижу, а дальше? Что-то есть? О, сорожка поклевывает. А мы завтра с друзьями хотим приехать, хотели посмотреть. Есть смысл ехать? Нету смысла, вообще нету. Вообще нету смысла. О! Ничего себе, ёрш и дуплет. Дуплетик, ёрш и сорога. Как человек-паук. Всё. Так ты зацепился просто, отпусти её. А нет, не зацепился. Вдвоём вытащили. Папа и сын. Ох ты ж! О, дуплет! Не понадобится помощь! Лови! Дуплет! Ничего себе! А, ты ж! Мормышкой! Мормышкой палец? Бывает! Съемная мормышка! Ого! Я вот порезком их поменял и рыбачил уже на другие. Вот это Сережина! Ух ты! Посмотрите на этого нерусского. Какую рыбу он ловит. Довольный! Молодец! Спасибо. Ого! Наши 2.0. Звони в студию. Хочешь написать ведущим, что они молодцы? Вот это рыбешка. Вот это рыба. Рыба. Он поймал такую рыбешечку. Давай, не мучай ее, выпускай. Хорошо. Мы еще водички подольем.
Вот таких вот лапки мы ловим. Ах, красава! Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Скажем нашей Печоре большое-большое спасибо за такую прекрасную рыбалку, да, Хайкель? Ну, по идее-то, да. И все. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!